Добрый день. Александр Бубнов, главная телезвезда, главная звезда телеканала «Россия-2». Ля-ля, тра-ля-ля. Ни в коем случае. Нам... Европейский. Смешно, вот смешно. Сыграли на хорошо. Уилкиш. Потому что Уилкшир 4. Ванжи снимают тренера. И проституток, представляешь, чтобы лично? Я... Да. Представляешь? Приглашаются проститутки, представляете, причем чернокожие. Могут жопой... Ой, жопой, извините, такое. Задницей вильнуть и повести себя как проститутки. Иди отдыхай. Я с вами на вы разговариваю. И я с тобой тоже на вы разговариваю. Кто он такой вообще, какой-то непонятно там вышел, я его не пойму, кто он, я национальность его так и не мог определить, кто он там смесь какая-то, ну дьявол какой. Кариока. О, пошли. Да, да. Кариока, единица. Никого не страхует, на свободных мячах, ему назад отдаст папирек-то, эй, набирает, и ходит, по-моему, не спотел. На легком дамском трусит сзади. После этого игра перевернулась с ног на голову. И команда из восьмой, второй восьмерки. Между прочим, там играли люди, а да? Земляне, инопланетяне. Они на Марсе, пацаны, на Марсе чудаки находят. Потом может пропасть, и его не увидишь. Ну, Локомотив, вот здесь я игру по сателлите сразу скажу. Локомотив — это команда импотент. Сейчас столько людей готовы тебя разорвать за это. Пускай разрывают, разрывают, у меня техника тактические действия. Так он вот что сделал, я вот так стою, он вот так прокидывает и на мою ногу вот сюда, прыгает на мою ногу, через мою ногу падает. Привет Роме Широкову. Привет Широков. Это привет Широкову. Рома! А сзади? Сзади. Сзади катает. Сзади. Сзади. Сзади катали, да? И парадокс, все это труба. Сычев уже стабильно на плохом уровне играет, сделал 3 обводки. Красавец, просто красавец, вот только за это, я тебе говорю, там какой хоть 100% брака делай, пятерка, понимаешь? Карилка, 4 с минусом. Мне плохо стало при разборе, я чуть сознание не потерял. Александр. Заходят, говорит, девки, говорит, на этот, на футбол и табуном в туалет, представляешь? Вытаскивали, ужасно показали, вообще ужасно. Мы в Киеве, выигрываем игру. Забиваем в базу, по фамилии. Будет дисквалификацию там в тюрьме сидеть. Ты какая договорная, ты что, с ума сошел? А как, а что? Кто тебе сказал это? Ну ты же там говоришь. Да застрелись ты, елки-палки. Все, ну с ним разговаривать без условий. А может Анжи выиграть Лигу Европы? Анжи выиграет, да, наверное. Анжи выиграет. Дагестанские москвичи. Они из космоса, да, они из космоса. О чем? Подожди. Бубнов играл. Я плеймейкер, да? Так не бывает. Хави, я считаю, что он тоже начинает игру тормозить. Не тормоз, стоп-кран, понимаешь, в чем дело? Его уже можно сейчас называть футбольным анонизмом, потому что на это уже невозможно смотреть. У Спартака 8 человек сзади. В Спартаке здесь полный бардак. Спартак — это какая-то дремучая команда или африканская. 2-0 Спартак, если сыграет, то уже праздник во всей стране, понимаешь? Здесь бы, блин, я не знаю, что было бы. Там салют бы до сих пор был, блин, что в Санкт-Петербурге, что в Москве. И газеты бы захлебнулись бы от счастья, понимаешь, в чем дело? Если бы у вас объема не было, то вы бы палец бы сосали. Это все, да, я тебя подыгрывал. С ментами я тебя подыгрывал. Помнишь, я тебе сказал? Менты придут к тебе. В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено. Вы будете наказаны. 991 технико-тактическое действие, 29,6% брака. Ну это там 5 двоек. Широков опускался очень низко, да? Давай уйдем от этого разговора. Камбаров Дима, который убил Диара. Опа! Вот это да. Вот так. Вот. Убили человека не намеренно, все да, равно так. Это игровая человек ситуация. Убивают. Это игровая не ситуация. Не намеренно убивают человека. Его не сажают.
Да, так да, если бы убил, тюрьма была бы. Да, да на, посмотри, ты вот как он сидел. Вот, да, да. На снимке. Поэтому кто тормозом был у Спартаке, и кто остановился, так вот Камбаров. Спасибо, помашите рукой, Владимир. Пока.